В Славинском районе начали свою работу летние лагеря дневного пребывания. Школа номер 29 станицы Петровской открыла свои двери более чем для 100 детей. Чем наполнен их день и как проходит летняя жизнь ребят, расскажут наши корреспонденты. Несмотря на то, что летние каникулы в разгаре, школьные дворы и коридоры не пустеют. Только теперь вместо уроков – игры и конкурсы, а вместо школьных парт – спортивные площадки. В 29-й школе 8 июня открылся лагерь дневного пребывания «Робинзон». Мы выезжаем в город Саннес на Кубани с посещением кинотеатра. Или малышей первый класс мы вывозим в город Саннес на Кубани, где они в парк ходят, на качельке. Там проводят свое время. Также нам предоставили возможность посещать боулинг. Это понедельник, вторник, среда с 11 до часу. Там им коктейль, угощение бесплатное. Играют они в боулинг, дискотека. И потом плавненько они приходят к нам на обед. Есть компьютер, есть интерактивные доски, есть музыкальный зал, есть зал, где они смотрят мультфильмы. Так что очень-очень много всего возможного для того, чтобы детки провели лето достойно. Педагоги готовят для детей разнообразные интересные развлечения. Каждый день ребят ждет что-то новое. Вместо привычного звонка на урок – утренняя зарядка. После чего ребят ждут увлекательные игры на свежем воздухе. Рисуют, бегают по станциям, участвуют в конкурсах и викторинах. Кто наберет большее количество баллов, получает тотем. Также ребята посещают клуб «Читайка», «Долину чудес» и «Храм искусств», где весело проводят время. Мы проводим много интересных игр, ездим на море, ходим в боулинг, ходим по дистанциям. Мое занятие самое любимое – проводить конкурсы, участвовать в них, наполнять их чудесными чувствами, весельем, любовью. Я запомнила больше всего тот день, когда мы с отрядом ездили в кинотеатр на фильм «Мир юрского периода». Было очень интересно, много впечатлений. Лагерь дневного пребывания для каждого становится не просто местом, где ребята проводят время, а самым настоящим маленьким летним приключением. А на пришкольном дворе тем временем трудовой десант. Работает детский лагерь труда и отдыха «Подросток». Получив официальное трудоустройство, ребята облагораживают территорию школы, занимаются ее озеленением. Кроме того, они следят за чистотой памятников в станице Петровской и оказывают тимуровскую помощь ветеранам. У нас проходит также акция «Парки Кубани». Мы идем в парк, убираем, там чистим там пакеты, где что. Дальше также акция «Парки Кубани» у нас проходит на мемориале. Там мы поливаем цветы, также убираем там траву, заботимся о мемориале нашем Петровском. Летние каникулы – самая лучшая пора как для досуга, так и для занятия творчеством, на что так мало времени в учебном году. А общение с друзьями, различные игры, походы, поездки на море сделают каникулы незабываемыми. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».